Всем привет, и сегодня в ТОП 2 наконец-таки вышло обновление, которого никто не ждал, но все хотели. Это означает только одно, команда ТОП 2 еще не окончательно мертва, и сейчас работает над чем-то более крупным, но увидим мы это не в этом году, я уверен, и не об этом сейчас. Обновление представляет собой кучку багфиксов достойного уровня, включая фикс несдуваемых липучек Демомана и... кейс. О, да! Давайте уже скорее пройдемся, потому что же в нем добавили. Скажу сразу до записи этого ролика, я специально не подглядывал в него, и кроме названий, пара из которых неплохо так подняла мне настроение, я больше ничего не знаю из того, что в нем находится. Также в конце ролика откроем 3 кейса и посмотрим, что нам из них выпадет. Ну вот, мы в игре, я купил себе 3 кейсика, я ни разу в них, повторюсь, не заглядывал. Сейчас прямо начну смотреть, что в них вообще добавили. Начнем с самого низа. Я уже знаю, что здесь есть дико мемный предмет, но пока я вам об этом говорить не буду, хотя по превью вы уже знаете, что это такое. Ладно, начнем. Wanderer's Wear. Это у нас предмет напира, который выглядит удивительно неплохо. Типа, ну, такого плана предметов напира еще не было. Были всякие там милые, не милые. Это прям какой-то такой, ну, реально брутальный какой-то такой предмет. Я не знаю, как еще описать. Это переводится дословно, я не знаю, как сказать на русском, но типа что-то одеяние охранника, что-то такое. Далее. О, что? Лол, это похоже на Тин-1000, шлем на Инжа, да, я так подозреваю, но как будто сделан из Сентри, из турели, блин, это выглядит круто на самом деле, я бы уже хотел себе такой только Unusual. Реально классно, представляете, как глаза будут смотреться, если там какой-нибудь профессиональный киллстрик, допустим, да, как это, мозговой интерфейс, окей. Дальше, Bottle Cap, я уже подозреваю, что это будет на Демомана, скорее всего. Чё? Фу, блин, это выглядит круто, это как будто... ремейк бонг-шлема, только он прям реально топовый. То есть бонг-шлем, он, ну, да, выглядит неплохо, но этот прям, блин, он так оформлен интересно. Наушничек, радиация такая красивая. Мне нравится Battle Cap. Хотя я думал, что если бутылочка, то это на Демомана, но, видимо, вот на скаута. Дальше, Pampas Privateer. Я не знаю даже, как это перевести, но, наверное, тоже на... ну, такое себе. Я не люблю вот такой вот стиль, какой-то средневековый. Зачем это вообще в ТФ-ку добавлять, не знаю. Ну и самое главное, о боже мой. Это же Рикардо Милос. Зачем? Не зачем, а я благодарю ТФ-еров, что они его добавили в принципе, потому что ТФ, игра сама по себе мемная, и добавление мемов уже в нее делает ее просто невероятно крутой, в 100 раз просто круче. Ну все, можете ожидать тонну видосов мемных не от меня, но от других авторов точно. С Рикардо солдатом флексящим это будет дико. Кстати, интересно, он на один класс или на все? Сейчас он стоит 500 рублей на торговой площадке, если что, это капец. Фу, ну вот, дальше. Среднеконтинентальный наемник. Что за азиат? Ну окей, окей, для моих самых уродских ладаутов для Хэйо подойдет, окей. О боже мой. Backbreaker's Gods. О боже мой, что это? Я не знаю, что это. Я не знаю, для кого это. Мне вообще сложно представить, куда это одевается. Скорее всего, какие-то наплечники, а на кого уже... там разберемся, я не знаю. Шаттербак. Блин, неплохо выглядит. Это типа камера-шпион, но при этом на шапке еще и фоточки какие-то. Блин, если бы там была мамаша скаута, вот это было бы четко, вот это было бы четко. Но там какие-то, я так понимаю, другие фотки. Но, блин, я скажу вам так, этот котелок, он вообще неплохо выглядит. Вот для синего качества, я скажу, очень достойно, мы сейчас пострели. Окей, очень хорошо выглядит. Это на кого? Это похоже на... Macho Man, или как так называлось. Да, Macho Man, похоже. Только я не знаю, зачем водить второй, почти такой же, даже чуть хуже выглядящий. Stapler Specs. Так ощущение, будто какие-то очки библиотекаря или что-то такое. Понятно. Далее у нас Melted Mob. Что-то там... о, о, это мило выглядит, блин. Это реально подходит Пиручу. Типа он же немного тронутый, да? Ну, так что я думаю, блин, это прям хорошо выглядит. Только я не представляю, как это будет в Unusual смотреться. Это где эффект будет? Не над шапкой где-то там? Ладно, переходим к фиолетовому качеству. Надеюсь, здесь будет что-то поинтереснее. Ну, хотя интереснее этого уже ничего не придумаешь. Ах, задыхаюсь уж. Динамит Apps. О, да они рофлят. Это как на медика тогда торс разорванный, только теперь на демо. Игра точно 12, сколько там, 16+. Мне кажется, даже для 18+ многовато. О, это сильно, это сильно. Из этого можно сделать такой сет жесткий. Помните подбородок тройной на Демомана? Вот его можно сюда прилепить, и будет какая-то дичь. Спири Скандрел. Это что-то типа Рикардо Скаутса, да? Или что-то такое? Нет, нет, это бред. Это параша полная, мне не нравится. Вага Вага Вир. Такое. Таких уже очень много на снайпер вещей. Типа
Ну да, пальтишка, но что такого в нем? Сравнительно фиговенькая пальтишка. Капитанский кафтан. О, это уже покрасивее выглядит, даже вот... Я теперь понимаю, с чем он должен идти, с вот этим, скорее всего, только я не представляю, как это будет вместе выглядеть, ну, типа... Вот это выглядит очень хорошо. Золотое, так под Австралию какой-нибудь подойдет, но, блин, это, ну, ущербно же. Либо такой ракурс подобрали, а в игре лучше будет. А если будет хвостик болтаться, а он наверняка будет, то будет вообще хорошо. Ну, короче, я не знаю, это моя первая реакция, так что пока что она такая, ну, сумбурненькая. Дальше, Backbreaker Skullcracker. Это на кого такая? На Димамана? На Димамана? А не сильно ли? Помните, как это снимал недавно ролик про вырезанные предметы из игры? Там был шлем легионера, вот он... Вот, почти, ну, похож на вот эту фигню. Такое ощущение, будто забрали где-то эти идейки. Ну, блин, неплохо выглядит на самом деле. Я не понимаю, зачем эти створки открытые, но, наверное, так надо. Наверное, так будет хорошо смотреться. Ну и теперь мемное название, Spawn Camper. Я не знаю, что там будет. Я не знаю, на кого это даже. Скорее всего, на почему-то, мне кажется, Димамана. Это на... Это на Пирыча? Если на Пирыча, то это жестко. Типа, я с флогом одену и буду реально спаун-кемпить со спаун-кемпером, блин. Да, вот это сильно люблю, когда ТФ2 добавляют всякие мемные предметы из сообщества и так далее. Так, ну и переходим к розовому качеству. Fiery Phoenix. Феникс. Я надеюсь, это будет на Пиру, потому что Феникс там, из тла и так далее. Ну, окей. Птичек и так уже до хрена в игре, я не знаю, зачем их еще добавляют. Это, ну, в принципе, ну... Ну, такое себе. Мне не особо нравится, на самом деле. Ну ладно, может кому-то зайдет. Типа, и сама по себе птичка не очень хорошо сделана. Смотрите, ноги какие-то серые. Ну, конечно, да, это реалистично, но они какие-то большие по сравнению с остальной птичкой. И да, и глаз какой-то такой. Даже зрачка не видно. Ну, такое себе. Голые необходимости. Bare necessities. Возможно, я неправильно перевел. Но это, скорее всего, кэп на медика. И что там справа у него? Не пачка сигарет, наверное, какая-нибудь шоколадка. Учитывая, что он немец. Не знаю, короче. Ну, такое себе. Типа, это похоже на рескин уже существующих шапок. Зачем их вводить? Ладно, не знаю. Бобби Боннет. О, это на все классы, наверное. И это выглядит мощно, это реально мощно выглядит. Полицейский шлем, блин. Теперь закон уходит на второй план. Знаете эту шапочку, да, гейскую, типа? Ну, такое, она уже по сравнению с этим. Блин, серебряный такой красивый, как будто медаль на лбу, да? Блин, мне нравится. Вот это хорошо, вот это красиво сделано. Но прикиньте, он южил, как дорого будет стоить. Незабываемая слава. Что это? Что это? Почему он выглядит как бомж? Какая слава. Боже мой, это ужасно. Вэлф, вы гоните, что ли? Окей. Хорошо, что я не смотрел до этого. У меня такой реакции не было. О, спасибо, Вэлф. Вы такие руфлеры, конечно. Техасский тост. Ну вы чё? Ты вы чё за мемный кейс такой? О боже мой, фу. Ай, капец, башка кружится. Я даже не хочу это комментировать, на самом деле, это капец. Ну и писмейкер. Нет, писбрейкер. Вау. Ну ладно, неплохо. Можно было и лучше, конечно, для красного качества. Потому что вот, ну, закройте рукой, допустим, надпись, да, ну, фиолетовый максимум я бы дал ему и так далее. А вот этому я бы дал красное. И какому-нибудь, не знаю, сейчас скажу. Вот этому может быть даже красное. Ну, типа, знаете, выглядит эпично. Ну, никак не тосты, блин, и не писбрейкер какой-то. Ну, что за фигня? Ну да ладно. С осмотром кейса закончили. Теперь пришло время открывать его. Сейчас я закуплю 3 ключика и посмотрим, что там с вами выпадет. Надеюсь, хотя бы розовый выпадет. Я уже на Unusual не надеюсь, если у нас 3 кейсов. Ну, что-нибудь такое. Хотя бы чуть стоящее. Погнали. Фух, закупил, короче, ключиков. Немного отошел от того, что я увидел, и теперь можно спокойно, я думаю, их открывать. Начнем с первого. Я сильно надеюсь, что это будет, ну, как минимум, неплохо, как минимум, не какашка какая-нибудь выпадет. Я очень хочу, чтобы что-нибудь нормальное выпало. Как это ужасно выглядит. Как это ужасно выглядит. Просто это худшее, что я видел на скаута, в принципе. Давайте О боже, как это выглядит угарно вместе с бонгбоем. Скаут превратился в какого-то пирата среднеазиатского. Ой-ой-ой, скаут, ты прости меня за такую одежку, но это ужасно. Ты типа пират, но отбитый пират. О, что, у него стиль есть? Marooned. В чем разница? Стоп, что-то я пропускаю. А. Лев Мари... О! А это уже неплохо. Это уже вообще неплохо. Типа, вот по превью скажешь, ну какая-то хрень, да? Посмотрите на это. Ну, типа, волосы, да, но ты при этом не скажешь, глядя на превью, что тут вообще такие стили есть. То есть вот это вот с усами и, получается, бородкой. Следующий стиль, как всегда лагают стили у ТФ-ки.
Landlubber — это без усов и бородки, ну и последний стиль — вообще без банданы. И, скорее всего, я буду носить вот именно без банданы, если я вообще буду носить эту хрень. Ну ладно, ладно, тут оправдались, как бы окей. А, едем дальше. Первый кейс был, ну, такой себе, не очень успешным. Второй, надеюсь, чуть-чуть получше станет. Хотя бы какой-нибудь... Окей. Хотя бы посмотрю, как это выглядит. Да, так, давайте-ка заменим. Ну, какой-то, если честно говорить, без рофлов даже это бомжовский кейс, потому что... Что-то перекрывает все. Тут все бомжовское. Демо бомжовский. Это какая-то тоже куртка, будто с бомжа сняли. Ну, такое себе, если честно, на любителя, я не знаю. Ну, окей. Это потому что синька. Если бы это было красным, я бы... Почему не могу назад нажать? Ладно. Я бы орал, конечно, если бы это была краснюха какая-нибудь. Ну и последний кейс, с которого у меня, опять же, ничего не выпадет. Ну, такова уж жизнь, такова уж, как бы, да. Ну и хрень. Так, а это на кого вообще? Вот так интересно даже. Это на все классы. И я думаю, это выглядит вообще крипово и некрасиво. Ну-ка на скаута посмотрим. Это реально бомжовский кейс. Вы посмотрите, что за уродство. Ну, кого? Что за додик? Это вообще что за хрень? Окей, давайте на скан. Я вообще не знаю, на кого смотреть уже. Это ужасно. Блин. Снимись. Да блин, все закрывает. Короче, бесполезно смотреть на этом. Давайте на каком-нибудь снайпере. На снайпере давайте. Дедушка, блин. Пропустите, пожалуйста. Нет, ну это ущербно. Степпер спекс ущербные. Да и в принципе сейчас открывал кейсы, все было ущербно. Тут как бы не поспоришь, да? Ну, такое себе, ладно. Немного подпортило настроение от общей картины, что вышел кейс. Но, в общем и целом, я рад то, что ТФ2... Я не могу найти свою шапку. Что ТФ2 еще не загнулась. Где она? И в принципе, обновления еще будут выходить. Ну, пофигу. Ну, это все, в принципе. Такой вот вышел немного сумбурный ролик, потому что я сегодня не планировал записывать ролики вообще, но, как видите, обновление выходит, нужно следовать традициям выпуска по обновлениям. Ну, как всегда, Valve нас не предупредила о том, что будет обнова, никаких сроков, никаких служков даже не было, просто взяли и бан, ввели. Но радует, конечно, Рикардо Милос. Ну, а в остальном, такой себе, если честно, кейс. Только максимум пожилой демоман, может быть, порадует меня. Ну, и в остальном все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Steam и ВКонтакте. Всем удачи и до связи. Не открывайте кейсы.